Я знал о тебе по песням отцов, что в ссылку этапами шли. Я думал, что ты угрюмый суров, затерянный где-то вдали. Океан на краю земли, и в тайге ленты новых дорог, города, корабли. Это все мой Дальний Восток. Подводя итоги, невольно ищешь сравнений. Мы позволим себе только одно. Эти кадры сняты в начале 20-х годов в одном из нанайских сел на Амуре. За годы советской власти резко изменилась жизнь всего Дальнего Востока и его коренного населения. Чукчи, нанайцы, орочи, коряки живут одной жизнью со страной. Дальний Восток – это 6 миллионов квадратных километров. Это Чукотка и Колыма, Камчатка и Сахалин, Амурская область, Приморские и Хабаровские края, Курильские острова. С первых лет советской власти под руководством Коммунистической партии здесь началась гигантская работа по освоению этих просторов. Щедрость земли и ее недр, богатство моря – вот что такое Дальний Восток. Две трети рыбы в стране добывают дальневосточные рыбаки. Лес – одно из главных богатств региона. Значительная часть его идет на экспорт. Газ и нефть Сахалинского шельфа открывают огромные перспективы развития промышленности Тихоокеанского побережья. Амур – одна из великих рек России, и его притоки дали жизнь первым гидроэлектростанциям – Зейской и Бурейской. Построена ГЭС на Колыме. Камчатка. Уже много лет на подземной энергии термальных источников работает Паужетская ГЭС. Сооружается более мощная Мутновская геотермальная электростанция. Чукотка. Первая на Дальнем Востоке атомная электростанция в Билибино дает тепло и свет северным городам и поселкам.
первом году 12-й пятилетки Амурская область продала государству 250 тысяч тонн сои. Лучший урожай за последние 10 лет. Освоение Дальнего Востока потребовало строительство еще одной железной дороги, чтобы разгрузить перенасыщенную Транссибирскую магистраль. И такая дорога построена. Байкало-Амурская магистраль проложена сквозь тайгу и горы, по болотам и вечной мерзлоте. Идут грузы до морских ворот Бама, портов Ванина и Восточного. Сейчас определены новые, более высокие требования к экономике Дальнего Востока. Поставлена задача превратить ее в ближайшие годы в мощный народно-хозяйственный комплекс. Амур. Именно здесь прошли первые русские землепроходцы. Хабаровск назван в честь одного из них, Ерофея Павловича Хабарова. Хабаровский аэропорт – самый крупный на Дальнем Востоке. Петропавловск-Камчатский – старейший русский порт на Тихом океане. Владивосток – один из красивейших и любимых дальневосточниками. Город-моряк. Порт Находка. Приморье – крупный научный центр. На традиционных международных симпозиумах обсуждаются вопросы сохранения мира и жизни в бассейне Тихого океана. Советский Дальний Восток встречает 70-летие Великого Октября. Это наш дом, наша родина, наша земля. Что сердцем рожден для трудных дорог, открытий подвигов ждет. Скорее сюда, на Дальний Восток, вы слышите, вас он зовет. Океан на краю земли, и в тайге ленты новых дорог. Города, корабли, это все мой Дальний Восток. Oh!